От Самары до Казани с конференцией в Ульяновске. Круглые столы и семинары для общественных организаций, которые занимаются проблемами людей с инвалидностью и самих людей с ограниченными возможностями здоровья. Отдохнуть на водных просторах и обменяться опытом с другими городами Поволжья – основная цель путешествия. В Самаре есть чем поделиться с коллегами. Набережная наша строилась от и до. Новые уже вот эти все новые введения – под контролем наших общественных организаций. То есть это очень важно. То есть у нас набережная доступна. По-моему, нигде такого нет, чтобы вот так инвалид даже на коляске, приедя на набережную, спустился к воде и искупался. Теплоход-хирург Разумовский принял на свои палубы несколько десятков инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста. Поездка организована Департаментом соцподдержки и защиты населения. В Самаре действует программа по созданию безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных граждан. Мы понимаем, что человек, который все равно с какими-то ограниченными возможностями в движении, он, начиная от выхода его из квартиры буквально, да, и до получения им всех необходимых, причем необходимых, мы говорим, услуг, здесь должно быть, конечно, доступно, потому что не у всех есть транспорт. То есть это получается услуга общественного транспорта прежде всего, но до остановки тоже нужно добраться. Путешествие по Волге продлится несколько дней. У участников выездной конференции будет достаточно времени, чтобы обсудить актуальные проблемы и попытаться найти пути их решения. Марианна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.